проспект Оболонский, 9А. Девятиэтажный панельный дом 1982 года постройки. Три имеющихся входа в парадное поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Стальные входные двери оснащены домофонами и контролируются консьержами. Во дворе нет места для парковки автомобилей. Прямо у здания находятся детская площадка и небольшой скверик. Напротив дома расположилась общеобразовательная школа, а совсем недалеко есть детский садик. Рядом есть большой торгово-развлекательный комплекс Dream Town, который включает в себя множество объектов инфраструктуры, отвечающих самым последним требованиям. Кроме этого, недалеко расположена поликлиника. Дом находится между станциями метро «Оболонь» и «Минская». Состояние дома удовлетворительное.